Приветствую вас, вы находитесь на канале Us Modern Play. Мы продолжаем играть Tomb Raider. Игра вышла в 2013 году. Так что наслаждаемся. Краткое происшествие, то что у нас по ходу дела затесалась крыса. Осталось только убедить, что это гад и подлец, но ему пока верят. На мой взгляд, это ошибка, потому что не может так быть. Он первый раз предал, второй раз предал, то ли он в сговоре с ними, то ли он здесь главный, еще пока не разобрался. Ой-ой, как так стрелял там из пушки, господи. Так, нам надо оборудование найти. Что у нас, что имеется? Снаряды сдетонируют, вообще здорово будет. Так. Чего нас так началось? Вау! Кто это? Кто так меня не любит? Хотя самый дружелюбный. На какой мушке? Давайте. Сосите яйца. Вот так вот. На всем острове ни одной бабы, кроме меня. Давай, бум. Бум. На. Какая разница? Спускайся сюда и разберись с ней. Ага, ага, давай. Вот так. Еще разок. Кто на меня? Горю. О. Давай. Давай. На. Так тебе сойдет. Угомонился. Ой, дебил. Так, кто у нас тут еще не обшмонут? Так, 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 так. Блин, на вас столько патронов потратил. Гранат. Твари, вы неблагодарны. Так, что, дробовик? Дробовик мне не надо. Я уверен, что где-то еще здесь что-то есть. Во. Тайник. Гранаты. Так. Даже не знаю, куда деваться сразу так. Все так много всего. Все так красочно. Господи. А гранат у меня хватает. А вот если бы гранатой в щит попасть, его бы разорвало. И мне это очень надеюсь, чтобы разорвало его. Так,
прибрежная база атакована неизвестным противником. Есть предположение о высадке на остров спецвойск американских вооруженных сил с целью помешать проведению операции. Связь. Итак. Давай, Райдер. Блин, я уже забыл. Пропавший без вести. Узнайте, что случилось с Алексом. Алекс Борн. Ой-ой-ой. Ни хрена вы что придумали? На. Охренеть. Я думал, только я такой гениальный. Блин, вот такие твари вы. Вот дождусь, когда Готика в хорошем качестве выйдет первая часть. Я вас всех тварей на раз-два. На, я стреляю. Господи, еще какая-то штука отлетает. Как в добром, прям, как в доброй игре, как будто бы нахрен. Так. На. Вот так. Я вас, твари, всех выведу на чистую воду. На. 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 Гори, гори, моя звезда, тварь такая. Йехау! На! Те, на! Во! Убей! Убей! Бей! Блин! Ладно! Меняем тактику! Давай! На! На! Вот неплохо! На! На! Нет, я хочу! В рукопашку закончить это дело, вот он. Оригинальное убийство! А, виртуозное, то есть! Прошу прощения! Так. Ладно. Ой-о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 й! Как это нет, когда да? Еще нет кого-то, козлина вонючий. Еще когда? Я вас всех падал. Так, нет, это слишком. Так. Для начала я хочу собрать здесь. Посмотрим, что нам преподает. Преподаст. Правильно сказать, преподаст. Данная локация. Я всех убил. Я молодец. Максимум. Я что, пропустил этот коридорчик? Так, я прошел сюда. Да, я пропустил этот коридорчик. Прошу прощения. Так что, ну давай, что ты, блин, в ассасина-то играешь здесь? Так, это маленький спойлер был на Assassin's Creed. Да.
Кстати, очень хорошая игра. Ее я тоже собираюсь пройти. Только первую, вторую, третью, по-моему, я прошел, или вторую какую-то. Поэтому. Кстати, для любителей ассасинов предлагаю играть всегда с первой. Потому что, во-первых, это предисловие, во-вторых, это то, что разобраться в истории, вы хоть это будете понимать, о чем ведется речь, что он ищет, что собирает, что ему надо. Так, минутку. Так. Блин. Ладно. Не хочешь пускать, не надо. Итак, всегда говорю, рекомендую играть с первой. Даже вот Tomb Raider. Играйте с первой игры. Она, по-моему, такая простенькая. Если не ошибаюсь, могу ошибаться. Первая игра... в пещере появляешься, на тебя там волки какие-то нападают. Медведи. Вот. Также готика. О-о-о-о! Блин, да как так-то? Я только переключился. Также готика, первая часть, сейчас переделают. И она станет супер-пупер. Так. И еще разочек давайте. Блин. Так неохота вас, конечно, будоражить в этом факте. Вот. Давай, 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 солнышко, ползи. Фу, ладно. Все. Вы меня раздраконили. Никаких эксклюзивных убийств не намечается. Хотя очень хотелось. Так. Я не понял. Я не добил его. Я его не добил. Какой кошмар. Так что... Тут чужой. Чужой — это фильм такой. Да. Мне не жалко. У меня их так хрена еще. Следующий. Что ты видишь? Уже не видишь. Давай. На. Вот так вот. Видишь ты. Я, господи, я сейчас себе патронов-то наберу. А вот ты куда денешься? Давай. На. Дебилмен. Итак. Посмотрим. Кстати, самое хорошее — это с трупов собирать, потому что ты собираешь то, что тебе реально необходимо. Если ты использовал пули, то тебе пули. Если стрелы, то стрелы, пули, патроны. Ну, суть не важна. Суть в смысле,
сокрытом сакрально. Господи, как заговорил. Итак. Не наказывать это всех надо все равно. Ни хрена себе. Это что будет, если я показывать не буду своим дорогим зрителям, как их валить? А вот дробовик, он только напрямки. Кстати, если вы встанете и на вас кто-то с веревки ползет, вот дробовик сам-то лучше него уже не будет. Потому что он сбивает с веревки и сразу намертво наповал просто-таки. На. Вот так. Итак, подавайте. Я хочу детали насобирать, чтобы побольше всяких фишек от оружия получать. Давай, 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 красавица. Что в тебе? Ну в тебе только запчасти только бывают. А мне хотелось бы, конечно, какие-нибудь плюхи от тебя получить, там, бонусы, фишки и тому подобное, как их называть. Так. Я тут что-то взорвал, что ли. Так, дверь есть, я не понял. Понятно. Короче, мне нужны инструменты. Мальчики и девочки. Они находятся наверху. Так, ладно. Под... А куда у меня пол делся? Или я где-то не там нахожусь? Так, ладно. Я, походу, где-то не там находился. Ладно. Вот еще и ускорения-то нет никакого, чтобы вам продемонстрировать. А не тут угомочен смотреть. И-га! Давай! И вперед! Какую бы игру ни играли, играть из первой игры всегда. Ох, как я жду готику первую. С новым видео, который на апгрейде. Как он, как правильно сказать? Ну, если правильно. В общих чертах она именно так будет. Так что. Я, кстати, рекомендую сыграть еще и в старую сразу. Также говорю, Tomb Raider. Играйте сначала в первую. В самую первую, которая вышла. Чтобы знать, что почем. Как оно, где оно, что оно. Потому что даже с первой игры фишки есть разные плюхи. Бэтмен. Ну, Бэтмен первый, извините, я. Мэдди 6. 1873. Одна сторона стерта, как будто ее постоянно трогали. Может, это солдатская монета на счастье? Ну, это что-то типа фишки, наверное, было. Как вариант. Итак, я говорю, играйте с первых игр всегда. Потому что первые игры, которые оригинальные, они самые лучшие. Потом уже только идут их аналоги, и их перевыпускают. Здесь творится что-то странное. Какое-то природное явление, которое заставляет погоду сходить с ума. Армейская научная база, Императрица Солнца, безумная секта. Может, тут вообще снимают реалити-шоу? А на всех деревьях в листве спрятаны телекамеры. Хотя, должен признаться, все это до смерти меня пугает. Именно поэтому я отпускаю шуточки, от которых Рейс уже, кажется, звереет. Думаю, я должен сделать что-нибудь полезное, пока... Понятно. Ну ладно. Че, ну хочешь понравиться бабе, пусть нравится. Так. Мы что-нибудь взяли, не помните? Ладно, не будем сейчас... Об этом. Давайте посмотрим, куда нам сваливать надо. И вот
Вот так, само то. Йо-го! Вот так. Я знал, что смогу. Кстати, если не ошибаюсь, я, по-моему, оттуда... Да, вот смотрите, вот. Видите, пушка, которая разбитая, да. Это я там был. В 9-й серии, если я не ошибаюсь. Или в 10-й, в начале 10-й. Да. Я там был, проходил, так что, как я и говорил, природа здесь хорошая. И йоу! Едем на корабль. Они разбирают его сейчас. Вот здесь должен быть замес, по идее. Господи, так я как-то вовремя сам упал, что ли? Или это по сюжету я упал? Просто тоже жал на кнопки, поэтому... Давай. Когда закончите, подготовьте это к погрузке. Вы двое, ни хрена себе. Отойдите, я все сделаю. Вау! На. И играем джойстиком, играем. Конечно. Давай, убей эту тварь, не понимаю, а меня сейчас забьют. Так, игра джойстиком, что не то нажал, что ли? Я тебя должен пробить. Руки у тебя коротые. Иди ты нахрен. Тебе конец. Да сейчас же. Так, ладно, давай, забей меня, и я посмотрю, как тебя тогда убить. Меня, дрянь. Тварь такая. Давай. Ни хрена себе. Тебя чем валить-то? Тебя гранатомет, сука, не берет. Вот ты как так-то? Так, надо несколько гранат сразу в него зарядить тогда. Когда закончите, подготовьте это к погрузке. Я убью тебя! Ты меня подстрелила! Отстань, тварь! Так. Ты меня как так-то хватаешь? Еще разок. На какую жать-то, твою ж мать-то? Так. Не рыпайся и умрешь. Давай, тварь. На какую жать? Как тебя долбить? Ну, это просто что-то невероятно. Так, если я сейчас не задолблю, я поставлю на паузу и буду... Стяка мучить его, пока я не пройду. Просто я не хочу вас мучить данным вопросом.
Не, ну есть шанс, что как вариант просто пройти мимо, чтобы не трогать эту тварь. Так что. Не хочет. Отойдите. Я все сделал. Меня этим не пройдет. Так. Бежим. А это еще что за крыса? Сейчас толкается, кто способна эта крыса. Давай! Блин, надо было F на E, наверное, нажимать. Вот. Вот оно. Так. Ну-ка, давай. Давай. F надо было, что ли? F. F. Так, не понял. Я не понял, почему так? Так, точно не F. Первая F, вторая нет. Давай, убей меня, да я проще заново начну. Давай. Я убью тебя. Еще разок, давай, давай. Ну добивай. Вот так. Это просто кошмарно. Ледорубом я его могу, главное, убить. Давайте дробовик. Так, я не понял, а что не так-то? Что не так-то? Еще хоть. Да беги, беги! Я коротки! Отстань от меня, дрянь! Нажмите F, чтобы ударить. Я жму. А может просто нажать F и зажать ее? Не рыпайся. Так. Так. Как правильно-то нажимать-то? Не
Или несколько раз надо так? Еще было их нажать. Отстань, тварь! Так. Урою. Да что ее мать-то? Я жал, Эф, жал! Жал, почему ты не тварь такая? Так, ладно, жмем на паузу, ждем, когда я пройду. Итак, я его кое-как убил. Это уже рыдя. Так что, Шамур, получил новое снаряжение. Вот этого, наверное, мне не хватало. Ой, мне надо патронов. Просто кошмар, как надо. Всех патронов мне надо. Так, а как мне Шамур-то сделать? Подтяните тяжелые предметы на веревке с помощью Шамура. Ну вот, предположим. Ага, вот так. Так, еще разок. А, вот как. Так, ну и чё? А, ну и всё. Всё, теперь понятно, как эта штука работает. Снова здесь. Что снова здесь? Ты уже здесь была, что ли? Ой, ну это, да, в педрилу-то валить сложновато. Там игра пойдет на клавиатуре у вас. Поэтому как круг сужается, бейте. Поэтому. С тех пор столько произошло. Сейчас с этого возьмем тоже немножко. Так. Давай. Выбирайся с этого чертова корабля. Конечно, здесь. Ты как мне тебе помочь? Так. Попробуй с его помощью расчистить завал.
всей помощью расчистить завал. Итак. Что-то мешается. Но если туда забраться, блокировку можно устранить. Забирайся тогда. Так, с другой стороны, как понимаю, надо. А с другой стороны не допрыгивай. Так, понятно. Что ты орешь? Рассказывай. Так, выход нашли. Не знаю, о чем я думал, когда сюда пошел. Я думал, что стану. Так. Ломать. Но так не всегда. Все, есть. Алекс! Алекс! О боже! Я должна туда попасть! Теперь надо расчистить путь. Thank you.
Блин, пальцы уже заплетаются. Так, мне надо выбить ее. А давай-ка вот так. И... Раз. Так. Ага. Это своего рода головоломка получается. Давай. Вот так. Так что... Вот подвох в чем скрыт, то, что это головоломка первоначально идет. Вот так. Иду спасать тебя. Алекс, ты их взял? Наконец я удивил тебя. Давай. Прости, прости. Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Да. Орехи раздавлены. Тоже Гарри Поттер. Что ты делаешь? Ты нас убьешь! Похоже, я остаюсь, Лара. Бери инструмент. Без тебя не уйду. Давали, давай, какой начинается романтика. Без тебя не уйду. Уйдешь, еще как. Припрыжку, я бы даже сказал. Не надо, не надо. Давай. Ну ты знала все, что это все закончится так. Так что не надо здесь. Вон он даже как. Понятненько. Теперь можно и подниматься на веревке очень быстро. Так. Я больше никого не позволю убить. Ну как это не позволишь? Тебя кто-то спрашивает. Позволишь ты или не позволишь? Должна благодарить Лару за эту работу. Она всегда... Ничего интересного, на мой взгляд. Синие гайки, давай. Так. Сюда.
Ну, наконец-то. Быстрый способ перемещения найден по этим гребаным веревкам. В результате долгосрочных раскопок наконец получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного... Понятно, обнаружено. Древние руины на старой базе, управляемые бури. Я должна понять. Чуть ей понять. Ты сама первоначально знала, кто такая богиня, с чем ее едят. Что-то не хватает. Так. Куда мы? Ствол. Блин. Все, теперь понятно, для чего этот аппарат. Это, ну, так скажем, и для ленивых тоже. Темпоцуха. В середине 19 века в Японии их чикали по тысяче. У нас есть сейчас охренище. Не понял. Ну-ка еще разок. Еще разок. Вроде нормально отпустился. Почему я улетел? Что ж, на сегодня все. В следующем абзаце мы будем, в следующем видео мы будем смотреть дальше прохождение Tomb Raider. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. Пока!